Привет! Семейная пара отправилась в зимний отдых. В городе, где они остановились, им удалось найти два соседних дома в цвет их пуховиков. Не сделать фотографию с таким фоном просто нельзя было. Владелец Ягуара настолько любит свой автомобиль, что на зиму решил позаботиться и связал для фигурки миниатюрный свитер. Девушка легла в больницу на лечение и подружилась с кошкой, которая теперь постоянно навещает ее. Сотрудники клиники соорудили для этого гостя комфортное жилище на своей территории. Фактория такую заботу о братьях наших меньших не может не оценить. Обычно внутри капсул находится средство в виде порошка, но в этом случае в нее зачем-то упаковали самую обычную таблетку. Очередной обман века раскрыт? Весьма символичная надпись «Game Over», выжженная на экране старенького и уже не работающего лампового телевизора. Эта фотография была сделана в магазине, где можно найти товары из любой категории. В нем продавались кондиционеры всего по $5. И их главная особенность, что они не работают, о чем и рассказывает данный ценник. Шафран – это пряность, которая пользуется большим спросом у жителей Ирана. Турист, сделавший эту фотографию, был просто поражен этой горе шафрана, встреченной на местном базаре. Присылайте по ссылкам в описании под видео и свои интересные фото. За последние несколько лет перкуссионные массажеры стали очень популярны. Сейчас для них можно купить множество разных насадок, некоторые из которых довольно странные. Этот, например, в виде пальца. Автор фотографии решил поделиться тем, как выглядит поперечное сечение кабеля, которое подает электричество в его дом. Да, это явно не то же самое, что провод для зарядки моего телефона. Компания Oreo – одна из лидеров по продаже печенья, поэтому у них постоянно появляются новые линейки вкусов. Представляю вашему вниманию Oreo со вкусом Oreo. Автору фотографии требуется пройти лечебный курс. Он продемонстрировал, сколько клетчатки ему необходимо пить каждый день. Нам же остается только посочувствовать бедолаге. Иногда посреди прогулки просто хочется посидеть в уединении на какой-нибудь скамье. Но тут, как назло, точно кто-нибудь захочет присесть рядом. С такой лавкой подобного не случится. Интроверты, ликуйте! Сегодня нам на склад доставили специальные тележки для поддонов. И привезли их на, как бы это странно ни звучало, на поддонах. Автору фото удалось вырастить идеальный кристалл соли. Вроде бы в самой обычной соли не может быть ничего удивительного, но в этом случае ее совершенная форма просто завораживает. Заказали для нашей дочери новую куклу в интернет-магазине. Она пришла с крошечным телефоном в руках, у которого был крошечный разбитый экран. Как это символично, учитывая, что у нашего ребенка вечные проблемы с техникой. Просто кто-то встретил утро с кружечкой чая в руках, на дне которой в итоге осталось изображение сидящего пса. Автор фотографии не стал уточнять, что это именно за здание, но в нем к стене зачем-то прикрепили столы и стулья. Как-то так и выглядит офис человека, у которого каждый рабочий день сумасшедший. И вновь вернемся к теме соли. Сейчас вы видите ее влияние на органическую пищу. В одной банке зеленая фасоль хранилась с добавлением соли, а в другой – без нее. Этот снимок был сделан внутри пиццерии, и в ней на выбор предлагаются два типа соломинок для напитков. Первый для тех, кто заботится об экологии, а второй для тех, кому на это, в принципе, все равно. На канале «Фактория» вы уже могли видеть, как во время строительства или ремонта дорог какие-то объекты закатывают в асфальт. Вот что осталось от молотка за долгие годы, на которые он был замурован внутри дороги. Мы уже привыкли, что некоторые предметы должны обязательно везде быть одного цвета. Поэтому, когда встречаешь в общественном туалете черную туалетную бумагу, то можешь сильно удивиться ее существованию.
Мутации в дикой природе – это далеко не редкость, но не всегда они заметны. В этом случае сосновая шишка росла не наружу, а внутрь дерева. И увидеть это можно было только, когда начинаешь колоть дрова. Недавно переехали в новый дом. Перед вами полка, которая находилась в одном из шкафов, сфотографированная снизу. Да, предыдущие владельцы просто решили использовать доску для спиритических сеансов как полку для одежды. Какая-то навороченная микроволновка со специальной металлической решеткой для готовки, которые обычно устанавливаются в духовку. Вся остальная кухонная техника теперь обесценивается. Моя семья несколько лет назад нашла для себя новое развлечение. Мы наклеиваем на холодильник стикеры от фруктов. Теперь он выглядит так. Паучок, которому приглянулась полка с продовольственными запасами одного семейства. Готовка на сегодня однозначно отменяется. Лучше заказать доставку. Когда ты замечаешь, что у вас с твоей собакой один размер ноги, то понимаешь, что вы буквально созданы друг для друга. Так ведь это проверяется, верно? Чего бы вы точно не хотели видеть в номере отеля, в котором остановились во время отдыха? Один из вариантов – патроны под своей кроватью. И тут появляются вопросы, кто же здесь отдыхал до тебя? Сегодня я поверил в магию, потому что моя любимая кружка разбилась внутри шкафчика сама по себе, разлетелась на осколки. Как это возможно? Даже заядлый любитель фастфуда не смог бы справиться с тем, что можно заказать в закусочной, где было сфотографировано это меню. Бургер весом 47 килограмм. Это на сколько человек он вообще рассчитан? На маленький город? Раньше в этом здании находился детский магазин, чему свидетельствуют яркие элементы на фасаде. Но недавно сюда переехал магазин оружия. Видели что-то похожее? Присылайте мне свои фото. Снег покрыл этот автомобиль тонким слоем, и теперь создается впечатление, будто он нарисован и перемещен в нашу реальность из какой-то видеоигры. Эту лестницу точно создавал тот, кто любит издеваться над другими людьми, потому что все ступеньки находятся на разном уровне. Небольшой факт из жизни людей с пирсингом на языке. Во время поедания мороженого они оставляют на рожке такие следы. Снежинка попала на лист с оценкой опасности в полевых условиях и превратилась в точку над буквой «И». При этом она попала именно в фразу «удаление льда». Да, мы привыкли, что мерч – это чаще всего одежда. Но иногда мерчем может быть и еда. Макароны с сыром от республиканской партии США – тому явный пример. Гигантский эспрессо-мартини, который определенно сможет взбодрить не только одного человека, но и целую компанию друзей. Как вы считаете, эта остановка повернута не в ту сторону из-за ошибки строителей? Или это сделано специально, чтобы грязь и вода с дороги не испачкала людей, которые ждут свой автобус? Будьте уверены, шоколадки – это самый ценный товар в любом супермаркете. Их уже даже начали упаковывать в специальные защитные кейсы в некоторых магазинах. Автор фотографии просто не мог пройти мимо этого облака в виде пера, поэтому он достал свой смартфон, чтобы сделать снимок. И именно в этот момент в кадр залетела птица. Мужчина рассказал, что иногда его пальцы становятся бледными, как у трупа. Скорее всего, это происходит из-за слишком низкой температуры на улице. Но почему только наполовину? У многих девушек слишком большой ассортимент косметики и парфюмерии в запасах, что часто вызывает шок у парней. Вся эта коллекция духов принадлежит одной даме. Кто-то любит бургеры, в которых есть одно только мясо и ничего кроме мяса. В этом заказе целых 7 котлет, 2 булочки и больше никаких добавок. Покажите мне того, кто его заказал. Яблоко, которое практически пополам разделило свой окрас между зеленым и красным, когда пытаешься угодить абсолютно всем. Автор снимка увидел это дикое явление у себя дома. Кажется, кому-то пора бы заняться генеральной уборкой. Не просто же так они здесь выросли.
Этот кадр был сделан в школе. Дверцу, за которой хранится огнетушитель, заколотили. И это делает его бесполезным в чрезвычайных ситуациях. Кто-то заметил, что в его бутылке с яблочным уксусом поселился дементор. Кстати, кто из подписчиков Фактории уже успел оценить Хогвартс Легаси? Делитесь впечатлениями в комментариях. Когда попросил сотрудников Макдональдса добавить побольше салата в свой Биг Мак, и они щедро заполняют тебе всю коробку этим салатом. Этот мир не перестает меня удивлять. Перед вами сухое молоко, в упаковку с которым уже предварительно добавили хлопья. Эта лестница находится на одной из станций столицы Таиланда. Каждая ступенька показывает, сколько калорий вы сожгли, поднимаясь. На этом оборудовании есть кнопка «Мне все равно». Только автор снимка не уточнил, что это именно за устройство, из-за чего ситуация становится только непонятней. А это уже фотография холодильника. У него есть режим «Суббота», который отключает в нем свет. Я бы придумал для этой кнопки какое-нибудь более интересное назначение. Внутри этого киви автор фотографии разглядел силуэт птицы киви с ее характерным длинным клювом. Весьма логичное совпадение. Заехал в случайную кофейню за стаканчиком бодрящего напитка. И мне выдали мой кофе в стаканчике с такой же расцветкой, как у моих носков. Вот что порой случается, когда в автомобиль попадает молния. Тут же может возникнуть пожар, и от машины практически ничего не останется. Въехали с девушкой в забронированный номер отеля. В душе есть режим, который пускает мощную горизонтальную струю. Есть предположение, для чего он нужен? Одна из деталей коробки передач линкора, который стоял на вооружении США во время Второй мировой войны, рядом с рукой обычного человека. Этот знак призывает не вестись на жалобы попрошаек. Установлен он в туристическом городе на улице, где круглосуточно гуляет очень много людей. Сейчас некоторые заведения могут предложить вам целый перечень добавок, которые вы выбираете на свой вкус для приготовления бургера. Иногда такое разнообразие может даже напугать. Выбери следующее видео для просмотра. Спасибо!